Всем привет, ребят, с вами Лего. Ну что, а сегодня я хочу добить этот дом. Спасибо подписчику Бабайки за предоставленный огнемет. Я его даже изучать не буду, потому что буду спрашивать у него постоянно. А так, собственно, я ничего так и не изучал и не знаю, что изучить. Конечно же, хотелось бы изучить какое-нибудь оружие, но сейчас дело не об этом. Если я помру, то я помру. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Броню я взял, эту штуку я взял. Возьму чуть-чуть топлива, наверное, где-то вот под 600, чтобы мне хватило на всякий случай. Сейчас пойдем, сейчас я еще буду люлей отвешивать. Побил животных, наконец-таки, с тканью проблем нет. Жир переконвертировал в топливо с низкого качества, пока немного оставил, потому что ткани не так много осталось. И вот как раз-таки 479 чертежей мне осталось. Сейчас я наемся. Вот это я теперь могу одевать, потому что ночь прошла, я сейчас в инвентаре держал, потому что было темновато. Возьмем, наверное, с собой арбалет, будем брать или нет? Чисто если только заманивать, наверное. Возьмем обязательно калашик и вот эти 99 патронов разрывных, потому что там у него было все в дереве, помните тот самый дом-то, да? И туда как-то сейчас будем отправляться идти. Дом, ну, можно еще взять, конечно, вот таких вот. Вот так вот. Ну, вот так вот тогда уж, чтобы смотреть в скопу и надеяться на что-то. Тогда пропишем кит-медик. Кит-медик. Антихак забанила кого-то. Кого там забанила? Эскафлинт. Не знаю такого, почему его. Есть тут один персонаж, который я думал, что читер, но его что-то не банит. Берем вот эту штуку. В принципе, эта обливка, она не очень важна, она только по дереву, по людям она плохо работает. И, наверное, отправимся. Отправимся, вот так вот сделаем. Я думаю, что на первое время мне хватит. Сейчас нужно очень аккуратно выходить и идти в долгое путешествие. Как вы помните, это находится возле аэропорта. Если кого-нибудь еще встретим, может быть, кого-нибудь прибьем. Либо прибьют нас, и будет очень печально тогда. И нашу затею не получится осуществить. Вот там кто-то стреляет, нам нужно сейчас аккуратно все это пройти. Но я сейчас не так сильно боюсь, потому что у меня есть... как ее там? Винтовочка, по которой я могу залупить кому-нибудь в хедик. Поэтому как-то, ну, не очень страшно. Очень холодно, нужно от этого избавляться. Я взял, конечно, блин, долбанный арбалет, а стрелы забыл взять. Так, это, конечно, по топливу я очень-очень неплохо собрался. Взял патроны разрывные. Ну, чтобы просто уничтожать. И сейчас мы пойдем. Нам нужно вдоль гор пойти. Я надеюсь, мы никого не встретим. Кто-то кому-то здесь подстраивался. Весело. Если встретим, минус холодно. Надо помойку какую-нибудь найти. Еду, чтобы заточить. И... опс. Тихо-тихо, что такое? Пацан там что-то добывал кого-то. И... не смог добыть. Вот мы сейчас у него все заберем. Мы у него сейчас возьмем ткань и всю-всю-всю прочую штуку. Ткань есть, лук есть, стрелы есть, жирок есть. Все, мне больше ничего не надо. Быстрее из медикал бинт сделаем вот так, так. Все отлично. По дороге добудем. И сваливаем отсюда. Значит, он здесь, наверное, жил возле своего дома. На него напал волк, и он решил... его убить. Но не тут-то было, здесь ему не повезло. Чё, я вот не знаю, с мусорок будем мы еду набирать или не будем? Что, как быть-то вот? Как делать? С еды бы вот набрать. Чё здесь? Ничего нету. Кабанчики всякие, шмабанчики. Миша вон там всякий бродит. Миша вон там всякий бродит. И, по-моему, больше никого нету. А чё, где бочки-то? Кто-то собирает бочки, что ли? Что-то ничего не могу понять. Бочек нету, ни хрена нету. Никого нету. Странно. В том доме я был. Что такое? Труп какой-то висит. О! Отлично. Забираем еду. А что? В трупе ничего нету. Хорошо. В этом доме мы были. Здесь все были. Вот мне кажется, он, может, вот здесь живет. Этот парень. Опаньки. Не попал, конечно же, я. Только спалился. И куда он идет? Да блин, он мутит неплохо. Он там что-то разбивает.
Да господи, он мантит неплохо. Ладно, уйдем от него, не буду я его тревожить. Сейчас палево, сейчас кто-нибудь набежит на мои выстрелы, и все, и крандец, крабзец. Съедаем батончик и уходим. Надо было его сразу убивать, пока он мельтешил. Такс. Куда нам идти? Нам нужно сейчас чуть правее заходить. Блин, по хпшкам очень долго все прибавляется на самом деле. Опаньки, это что это было? Вы слышали? Звук стрелы пролетел. Что-то я не понял, а куда он пролетел-то? Возьмем калашек. И что-то мне страшно очень. Вот это забираем. Ну и все, здесь больше ничего нету. Ну я же слышал, был такой просто выстрел, что ли, или что это? Выстрел какой-то был. Ладно, идем дальше. Нам чуть правее надо заходить. Куда-то идти через горы. И нам вообще желательно ни на кого не натыкаться. Потому что у того пацана, когда мы смотрели в прошлой серии, были в окошках лут. Это просто забей. Это же, ну это халява. Такую халяву надо брать. По патронам 25. Не так-то и много. Не так-то им... О, нет, мы будем обходить, потому что по воде я не хочу. Потом я весь промокну, высыхать где-то надо будет, хп будут кончаться. Я жил уже здесь зимой, в воде никогда, ребят, не стройтесь. Это просто чушь. Это просто такая чушь, что потом хрен как ты и выживешь. Че, может быть, с гор посмотреть на что творится сверху, то есть сверху внизу? Потому что, опс, волки. Вот тут сейчас могут, как обычно, волки всякие быть. Еще кто-нибудь, медведи кочующие прямо через горы. На быстром беге, на акселераторе каком-то. Да херище кого можно встретить. Такс. Никого нету. Ну ладно, тогда идем вниз. Сейчас пойдем вниз тогда. Пойдем вниз. Все хорошо. На горах все спокойно. А что у меня в инвентаре? В инвентаре больно-то ничего такого нету. Смотрите, какие... Ух ты! Дом прям на горе. Вот это нормально. Дом еще какой-то есть. Куча домов различных. И что у нас тут-то? Да это какой-то, по-моему, ограбленный дом, мне кажется. Или нет, я не знаю. Что-то какой-то странный дом. Эх, нам нужно вот здесь аккуратно сейчас. Видите, здесь замки какие. Не очень охота в эти замки попадать. Потому что иначе они просто снесут вас, ваше лицо. И вот мне чисто жалко вот из-за этого. И вот из-за этого. Я чисто пошел грабить дом. Я его смотрел, проходил. Там, по-моему, люди не играют. Либо это дом ловушка. Мне вот очень хочется выяснить, что это за говнище. Потому что он просто какой-то, я не знаю, просто... Но он чересчур неправильный. Он настолько неправильный дом, что я не знаю, кто его строил. Похоже на дом-ловушку. Но, как вы помните, в прошлых сериях тоже были дома-ловушки, которые мы благополучно уничтожали, убивали и забирали еще оттуда весь лут, не потратив ни одной ракеты и ни одной гранаты. Я думаю, это дорогого стоит, и даже за это можно пролайкать 10 видео. Во-во-во-во, видите, вот. Вот этот дом. Вот у него печка, здесь железная, здесь какая-то фигамантия пристроенная, непонятная. Сейчас подойду поближе, покажу, что я имею в виду. Кстати, мне написал какой-то парень, он, наверное, Хазар Клон, сегодня сказал, что меня будут рейдить. Блин, вот если бы рейдили, то только если в онлайне, чтобы хоть как-то... О, печка вот у них горит. Видите? Видите? Значит, это жилой дом. Быстрее идем. Надо сейчас врываться, посмотреть по окнам, никого ли нету, и просто врываться. Врываться огнеметом, как психи. Возьмем калашик, потому что вдруг кто выйдет. Сейчас я вам покажу, где вся замануха таится. Замануха вся таится вот здесь вот. Вот я не понимаю, вот это вот деревянная дверь, и вот здесь два ящика стоит. Видите, раз ящик и два. И вот этот вот пристрой какой-то непонятный, он вообще, по ходу дела, просто непонятный, он просто пустой. Поэтому я думаю, что мы сейчас возьмем вот эту штуку и будем поливать. Поливать, наверное, будем вот с этой стороны, потому что здесь легче будет пройти. Подожди, нужно встать еще хорошо, чтобы огонь туда раскидывался. А если я прыгну, что-нибудь будет? Нам нужно быстрее туда как-то прорваться. Очень быстро нам нужно туда зайти.
Мы можем ему вообще весь забор спалить. К ядрене фени. Но мне жалко просто огня на все это дело. Сюда прорвем, если что. Все нормально. Как там горит, хорошо? Помню, когда еще не пофиксили все это дело. Вот это было прикольно мочить вот эти штуки. Вот, видите, с этой стороны подожжем. Почему еще дерево не горит? Вот это большое дерево. Очень жалко. Все что ли? Так я сейчас все так потрачу. 470 только. Блин, давай же, надо горело, чтобы она. Конечно, говорили, что вот так вот надо типа делать, кидать. Но, по-моему, сейчас эта штука не работает. Насколько я знаю. Сколько? 400? Как же... Оп. Что такое? Там кто-то меня палит, по-моему. По-моему, кто-то палит. Надо, чтобы не вышел никто. Закинуть сюда огонек. Подожди, это кто-то открывал эти окошки? Что-то туда, по-моему, окошки не попадает. Надо, чтобы не вышел никто. Опс, 200 уже. Давай, гори быстрее, блин, 200. Там кто-то в доме есть. И главное, чтобы хэт не запилили. Вот это будет обидно. 257. Лол, здесь тоже деревянное, что ли? Надо вот так вот поделать. Что-то замельтешили они, замельтешили. Перевязаться. Главное, чтобы у них не было сзади входа никакого. Если они выйдут, это будет крандец. И нужно посмотреть, что здесь творится. Здесь, по-моему, тишина. Хорошо. Алло, жители этого бесполезного дома, вы где? 180. 180. Давай, сгорай, быстрее. Мне уже страшно, мне сейчас просто в лоб пропишут даже со стрелы. Вон там кто-то пасет. Отлично. Кто-то пас. Нужно его быстрее убивать. 111. Давай, кочегарься. Кочегарься. Блин, что здесь? Здесь 200, здесь тоже прогорает. Там, по-моему, она двойная. Давай сюда закинем и туда закинем. Ох, там попадаю по кому-то. Я кого-то замочил. Я кого-то запалил. Я просто кого-то запалил. Это было жестоко. Вы видели, я запалил кого-то. 91. И Олег говорит, это ты с чего убил? Разрывной, быстрее. 190. Развалилось. А дальше как туда попасть? Как туда дальше попасть? Меня же убьет огонь. Блин, 63. Там что, можно пройти? Нет? Там как-то страшно все. Вот здесь бы я пропрыгнул, но я чувствую, я сейчас умру. Чувствую, я сейчас умру, а умирать мне нельзя. Калашик? Малашик. Что там делают? Вы что тут делаете? Тихо, тихо. О, пацаны, спасибо. Нормально. У этого что было? Ничего, кроме револьвера. Хорошо, здесь что? Опаньки. Почему я не могу пройти? Что-нибудь здесь есть? Здесь есть одежда. Кого-то тут кто-то убивает.
непонятно кто-то кого-то. А мы здесь, наверное, вот так вот поделаем, наверное. Ящик здесь спалим нафиг. Жесть, что я творю вообще? Тут будет все гореть. Ящика нету. Вы понимаете, насколько это печально? Кит, ит. Быстрее надо все съедать. Там кого-то фигачат. Ящика нету. Открывать-то будут дверь, нет? Я могу улететь. Так, чё, как уезжать-то будем? Там все ломается. Обидно, говорит, что зарыдили. Тихо, тихо, тихо. Ну что, вы идете, нет? Нет, нормально, все. Тихо, ты не вставай. Куда ты встаешь-то? А возьмем вот эти штуки. Что еще возьмем? Здесь не надо. Здесь тоже не надо. Вот, там сломался какой-то этот. Ё-моё, там что-то попадало. Куча говнеца. Ненужного. Вся хата горит. Нормально. Хаты просто нету, она горит. Кто-то топает возле окошка. Че, реально больше ничего нету? В итоге что? У меня я не так-то много ресурсов набрал. Вот это жареное мясо. О, нормально. Что есть? Плитка шоколада, яблоко, банка фасоли, вода, деревянные вставни. Это не надо, не надо. Не надо, не надо. Кости мне не надо. Это не надо, это не надо. Жареное мясо, бурдюк, фрагмент чертежей, малая бутылка воды. Здесь шляпа. Шляпа. Блин, здесь ничего нету. Как куда пойти-то? Так. Куда пойдем-то? Здесь все нормально. Тут что? Здесь никто. Ой, блин, куда-то я попал. Что, домой улетаем, что ли? Вот, вот. Все, уходим отсюда. Строительство запрещено. Вы не можете отправить запрос, написано. Круто. Я просрался. По полной просрался. Я не успел улететь. Я просто не успел улететь. Тогда буду жарить дверь, из которой нужно будет как-то выйти. Отлично. Дальше как? 36. Долго она будет гореть? О, она уже прогорела. Сейчас она вообще сгорит. Вот это все тогда убираем, чтобы сгорало. Это по кому там лупят? Еще есть? Так, мы можем еще сделать. Вот таким вот. 500. Куда я 500-то накочегарил? Ну ладно. 500 тоже нормально. Пускай вот тут тоже все горит. И там тоже все горит. Все улетает и палится. А здесь что? Сколько? Ох ты. Ох ты, пришел кто-то. Все, дверь сломалась. Здесь все сгорело. Надо... Подожди, а там слева дверь закрыта? Закрыта. Надо уходить отсюда. Надо как-то отсюда уходить. Здесь еще печка кочегарит. А что в печке? О! Нормально. Сваливаем отсюда. Просто валим. Пока они там ТП куда-то пишут, что-то делают. Где калаш-то? А где не успели шкаф-то воткнуть? Вот это я не совсем понял. Еще у них лут есть, интересно, или нет? Че, я только броню взял, ресурсы, и больше, по-моему, ничего не брал. Идем, идем и уходим. Почему строительство запрещено? Алло! Че за говно? Строительство запрещено. Здесь ничего нету.
Вы не можете отправить телепорт, вы находитесь возле шкафа. Ты что, совсем? Ты прикалываешься, что ли? И как мне теперь до дома-то идти? Какой нахрен шкаф? Смотрите, там кто-то пишет, что будут меня рейдить, что ли, сейчас, а я не могу домой улететь. Я просто не могу улететь домой. Что делать? Что-то надо делать. Ладно, дом мы зарейдили, это было очень эпически круто. Я думаю, что нужно перезайти в игру, что ли, потому что я не знаю, как уходить. Нужно сейчас спрятаться где-нибудь на самой высокой горе, чтобы нас не было видно. И все. А вот я там... Что это такое? Кто-то сгорел. Что? Болтовка 169 метров? Какая нахрен? Смотрите, болтовка в правом верхнем углу. Болтовка 169 метров. Убил спящего. Спящего с болтовки. Надо срочно перезаходить. Просто жесть. Сейчас я выйду из игры полностью. Ну что, ребят, мы продолжаем, я загружаюсь, я полностью вышел из игры, из Раста, вот сейчас захожу, всякие ассет вармапы, ждем, в принципе, недолго грузится, но, наконец-таки, что-то я сейчас принесу в дом, давно не было эпичности такой, поставьте, ребят, лайки, завалили дом, в который стояла печка, и мы просто забрали лута, ну не так много лута, конечно, а что, у парней, походу, дело даже оружия, что ли, не было, как-то, по-моему, так себе. Я не помню, фрагменты чертежей там были хотя бы чуть-чуть, чтобы изучить шотган зеленый. Потому что с пайпами, ну это как-то, ну, это неинтересно. Даже не то, что неинтересно, я не могу завалить кого-нибудь. Loading level Happy's Island. Давай уже, вставай же, я там живой, надеюсь. Ну, отлично. Receiving data. Давай, братишка, receiving data. Сделай это. Ну... Receiving data. У меня такое, кстати, бывает иногда, когда долго очень стоит в receiving data. Я поменял провайдера, и все стало нормально. Home 1. Да что это за бред? Причина, вы находитесь в действии чужого шкафа. Что за говно? Все равно я нахожусь. Строительство запрещено. Это что такое? Может мне кто объяснить, что это значит? Это типа такая фишка, когда ты рейдишь кого-то, и ты не можешь убежать? И как мне теперь домой дойти, до дома? Блин, нужно как-то аккуратно вот здесь пройти. Я еще топливо здесь наварганил сколько. Строительство запрещено. Чё за бредятина? Блин, пожалуйста, будь здесь шкаф, а? Я хочу зайти в шкаф и улететь. Где здесь? Где здесь? Где здесь? Да нету шкафа! Ну, ё-моё, хоть в одном... хоть в одном есть видео, нет? Так, что тут еще? Опс, здесь грибочки. Грибочки есть. Что за новые читы? Блин, жесть. Куда мне идти? Как мне попасть кому-нибудь в дом, чтобы там был ящик? Я даже если его сейчас скрафчу, я не смогу улететь. Надо какую-нибудь халупу найти, которая полуразбитая, полуубитая. Потому что, я не понимаю, строительство запрещено, мне никогда такого не было. А нет, было тоже, с огнеметом какие-то баги. Надо, опс, опс, нифига себе, куда-то я не туда попал. Куда идем-то? Идем куда-то в сторону, наверное, дороги. Ищем разваленный дом. Нужно найти дом, который зарейжен. Блин, их, то их бывает очень много, то их вообще нету. Зарейженный дом для того, чтобы активизироваться в шкафу и улететь. Да господи, строительство запрещено везде. Да меня что, ярлык какой-то повесили? Ярлык лохопеда с строительством запрещено, что ли? Но это бредятина полная. Что делать-то? Ресурсы ведь жалко. Уголь есть, но уголь хотя мне зачем? Уголь-то мне не нужен. Нужно будет перевозить... Ох, блин, я испугался. Думал, этот чувак идет, что ли, какой-то. А это просто олень. Нормально, что могу сказать. Так, где дом разваленный? Вот дом разваленный. Что, до него попробуем дойти? Я даже не хочу пытаться идти в сторону дома, потому что там меня сразу... Меня там сразу унизят. Подожди, а здесь что по патронам? Патроны 5.56, вот эти надо сохранить. Блин, они мне очень сильно помогли, конечно. Я их еще и крафтить могу. Нужно сейчас попробовать зайти вот в этот дом и улетать. Вы представляете, сюда запрыгну, там будет открытый ящик, и я не смогу все равно улететь. Блин, там волчара. Что-то он ни хрена не закрытый. Или пешком дойдем? Что делать-то?
Будем пешком, что ли, идти? Такс. Такс, пойдем туда тогда. Будем смотреть налево. Во, открыто. А, это же тот дом, который я тоже рейдил. Там Миша ходит. А у них шкафа-то там не было, по-моему. Да иди ты нафиг. Да что вообще с раз там происходит? Какие-то медведи оборачиваются, бегут куда-то непонятно. Строительство запрещено какое-то. Что за чушь вообще? Нету, что ли, здесь ничего? Здесь кто-то жил. Жил и нету, жил. Нету здесь ничего. Опс. Уходим тогда. Где этот медведь? Миша. Опаньки. Опаньки. Он что, выжил? Как? Как ты выжил? Ты что? Прям в ведро, что ли? Да ёптерный театр! Отстаньте, пожалуйста, от меня. Как убежать-то мне? Как убежать до дома? Где этот? Чебурекус. Какие-то здесь рыбаки. Зря я, наверное, сюда пошел. Все, я пошел отсюда. Нужно уходить как-то. Так, что там по аэрам? Аэр вон кто-то кинул. Нормально. Но мне сейчас не до аэра, мне нужно найти дом. Дом, по-моему, в центре дороги был еще один. Я даже не хочу идти пешком к дому, потому что чат весь вон запалили, что я кого-то там убил. И даже сказали, с чего это я сделал. Поэтому меня уже ждут. 100% ждут и хотят опять устроить там дикую войну. О, я же говорю, там уже стреляют. Где-то вот там, правда, это правее. Ну ладно, я вот там где-то живу. Все равно близко. На острове замечен самолет с гуманитарным грузом на борту. Интересно. Интересно. Но мне сейчас этот не борт нужен. Мне нужно как-то свалить с лутом. Блин, как миссия невыполнима. Строительство запрещено. Ну, ну ё-моё, закрыта дверь. Да впустите меня где-нибудь, в какую-нибудь халупу-то. Халупу. Впустите. Впустите в халупу. Чё это за... Кстати. Кстати, дерево есть. О-о-о. Штурмовые винтовки там всякие работают. Оленей кто-то перебил. Здесь что, есть вход? Угу, конечно, есть тут вход. 10 тысяч входов просто сразу. Специально для меня. Здесь тут что-то непонятное. Вот здесь что здесь делали? О-о-о, это на спутниковые воюют. Давай, вот в этой лачуге стопудняк. Угу. А тут что? Вот здесь стопудняк. Давай же, ну где шкаф-то? Да где вы шкафы? Фу, дом без шкафа. Дом без шкафа. Посидим в доме. Что-то, по-моему, по звукам... По звукам полный пистнец. Я бы сказал. Я бы сказал даже так. Ну как сохранить лут-то? Господи, а. Ну просто господи. Как сохранить лут? Ну, постройте какой-нибудь ящик, пожалуйста, мне. Чё здесь? О! О, да, конечно. Три пацана. С кем-то наяриваются. С кем-то просто поливаются. Ладно, извините, братишки. Но мне не к вам. Мне нужно домой дойти. Я бы, конечно, пострелял бы с болта. Это... Вообще не факт, чтобы я вас убил, потому что в голову даже попадая одному, я ничего не смогу сделать. А что, покушать есть? Покушать ничего нету. А если я приду к себе домой, тогда что будет? О! Ну просто дичайший баг. Здрасте, я дичайший баг. Опс, я подхожу к спутниковой тарелке. Сейчас на какие-нибудь мины наступлю, потому что здесь их куча всего капканов. Еще чего-нибудь. О, чувак уже стоит возле дома. Караулит. Кого караулишь-то? Убегаем. А, ну понятно. Те запалили, да, пацаны? Ох ты ж. Хедшот мне пролупили. Да нет же ж! Обоссыши! Это все из-за дебильного бага. Просто все из-за обоссанного бага. Ну как же так-то? У меня бомбит, конченый раст, обоссанный раст, и сразу все нормально стало. Просто обоссанный раст.
Как же я ненавижу тебя, обоссанный Раст. Именно вот в таких случаях. Так-то Раст нормальный. Но когда ты идешь домой с лутом и не можешь... И не можешь его унести... Становится печально. Капец, я столько нес лута. И здесь его просто разрывают. Ну все, там куча пацанов. Куча всего. И я сейчас, естественно, не смогу его забрать. Надо быстрее хиляться. Быстрее хиляться до сотки как-то. И у меня ничего нету. Ну, конечно. Одного я повалил. Ага, здесь есть фрукты. Давай фрукты похаваем. Быстрее, 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 быстрее. Нифига себе, мне тоже там зеленых стреляют. Ну все, они забрали мой лут. Один прям справа пасет. Прям справа пасет. И ждет, когда я выйду. Что-то там по кому-то стреляют. Мне один хэт, и я труп. Эх, зарейдил дом. Я не знаю, это какой-то проклятый сервер. Просто какой-то проклятый сервер. Это какой-то просто проклятый сервер. И мне еще в хэт стреляют, потому что у них с 4х моя скопа. И я естественно, не... ну это просто жесть. Ставь лайк за такие суперские баги в игре Rust. Я просто жду процедурал карту и больше не буду никогда играть на этом обоссанном хаписе. Потому что он реально обоссанный. Просто обоссанный, у меня бомбит. О, там еще кто-то в кого-то взрывает, еще кто-то кого-то. У меня просто бомбит, ну реально, фрагментов металла и топлива. Просто бомбалейла, бомбалейла, 39 шприцов. Вот это сделал, так сделал. Да чё, потому что бомбит. Я донёс лут до дома. Вот просто пешком ходил, как будто как на классике. И здесь кто-то тусит возле моего дома. Чё, пойдём их бить? Пойдём их бить. А чё, у меня я ничего не слышу. Кит-гоу пробежать. Да какой кит-гоу? Пошли вон их убивать. Куда вы запрыгиваете? Погнали. Какой кит-гоу? Они у меня все ресурсы забрали, которые я дом рейдил. Потому что конченый раз... Кто рейдил? Только что ли? Да. А кто отбил? Там парни были, 3 человека. Они взрывали? Там тебя... Да, они взрывали. Твои почти... Попал. Круто, что попал. Они тоже попадают, по-моему. Они, по-моему, тоже попадают. И их много. Вот в чем вся проблема. Что делать, я не знаю. 44 патрона. Их много. Что делать, я не знаю. Что делать, я не знаю. Где вы? О, понял. В той стороне. С болтовки 65 метров убивают всех. И сколько их там? Что-то я никого не вижу. С кем-то болтают. Три раза попал. Спать! Хорош, хорош, Лего, хорош. Еще есть? Красавчик. У меня ничего нет. Попал, сука.
Добей его, возьми калаш, быстрее, добей его! Ну блин, ну добей его с калаша-то, ё-моё, в спину! Добил, нет. Давай, давай, чувак, тащи! Дупли его, дупли. Давай, 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 это я подошел. Давай, давай. Лутай, пошли на него. На него пошли. Иду, иду. Мочи, мочи. Как через кусты-то? Через кусты и убил, да? Надо быстрее лут забирать. Откуда? Вон он стреляет с болта. Ага, конечно, отдыхай давай. Ты живой там? Кто тут идет? Ты живой? Алло, это я. Да. Лутанули ресурсы? Ресурс... А ресурсы забрали в горах? Нет, только... Блин. Пойдем туда наверх. Их там трое было, я двоих убил. Стойте, надо лут сложить. Полюбасу лут сложить надо. У тебя много лута? У тебя много лута? Хер на лут, надо быстрее забрать. У тебя лут был? Можешь там половину скинуть? Там половина мой лут. Ну конечно. Кого смотреть, кого? Да кого смотреть, здесь уже все залутали. Давай, бежим! Там много ресурсов, да? Уходим. Валим. На, держи, обсосок. Патроны кончились. Открой первую дверь, я тебе там... Давай. Пошли. Я тут, все. А ресурсы были? Да, были ресурсы. Все, нормально тогда, вернули. Жесть, просто жесть. Вот это там замес был. Можешь что-нибудь взять, если хочешь себе. Броню, там оружие надо, нет? Там мне картечь, дай картечь только, картечь. На, скинул. О, патроны надо. Патроны надо? На, скинул 20. Патроны бы еще. Скинул. Да, патроны. Все, спасибо. Давай, ага, спасибо. Это я, Виктор, не бывает, это я. Лего, не